Приветствую вас, друзья, на канале Кладоискатель Анархотурист. Сегодня мы вместе с вами начинаем новый влог на моем канале под названием «Топ-10 интересных лотов с аукциона». Видео десятки интересных лотов за неделю будут размещаться в отдельном плейлисте, так что найти их будет совсем несложно. Итак, товарищи, поехали! Первая десятка интересных лотов с аукциона за неделю. Итак, 10 место. 5 рублей 1877 года. Стартовая цена лота 2000 гривен. Ставок 74. Продано за 19 400 гривен. 705 долларов США или 42 173 рубля. Ну и как можно было гульнуть на эти 5 рублей в конце 19 века? Стоимость комнаты в трактире 20 копеек в сутки. Возьмем с собой десяток яиц за 4 копейки, фунт баранины 2 копейки, свежие икорки на 30 копеек, фунт чая для барышень по 50 копеек за фунт, ну куда без сахарка, девочки любят сладкое, 14 копеек за фунт, кварта рома 30 копеек, ну возьмем пожалуй 2. Итого 60 копеек. Прибавим все это дело, и получится у нас 1 рубль 80 копеек. Или плюнуть на все и уплыть на английском пароходе в Константинополь. Ровно за 5 рублей. 9 место в нашем рейтинге интересных лотов занимает книга Феофана Прокоповича «Христианская ортодоксальная теология», том 1. Издание 1782 года. Феофан Прокопович был профессором и ректором Киево-Могилянской академии, государственным церковным деятелем, философом и сподвижником Петра I. Как значится в описании к лоту, подобная книга числится в сводном каталоге культур ценностей Российской Федерации, похищенных и утраченных в период Второй мировой войны, как навсегда потерянная ценность мирового масштаба. Думаю, это преувеличение, но лот свою сумму набрал. Стартовая цена 1 гривна, 44 ставки. Лот продан за 16 тысяч гривен, 582 доллара или 34 782 рубля. Восьмое место в нашей десятке интересных лотов занимает талер 1637 года. Материал серебро. Желанная находка для многих кладоискателей. Стартовая цена 1999 гривен. Ставок 88. Продан таллер за 12 010 гривен. 436 долларов или 26 108 рублей. Следующий лот самый древний в нашем топе. И это бронзовый кинжал саботиновской культуры. Материал бронза. 12-16 век до нашей эры. Кинжал типа «Красный маяк». Саботиновская культура располагалась в Северном Причерноморье, распространялась в степной полосе Украины и Молдове. Хоть лот и самый древний, но стоимость его в нашем топе самая малая. Стартовая цена 5500 гривен, 22 ставки и продан лот за 6550 гривен, 238 долларов или 14239 рублей. Следующий номер нашего рейтинга тоже весьма интересен. Рубль Петра I 1719 года. Материал серебро, старт 100 гривен, ставок 64, продан за 22 250 гривен, 509 долларов или 48 370 рублей. Как сказано в описании, кладовая монета, без обращения. Эх, найти бы такой клад. Следующий лот – награда за высокую эффективность и качество работы в 10-й пятилетке. Памятный знак утвержден 30 декабря 1976 года. Знак состоит из двух частей. Основа знака – лавровый венок, перевитый красной лентой с указанием годов 10-й пятилетки. Накладной элемент – пятиконечная звезда, лучи которой выполнены из рубинового стекла. Центральный медальон представляет собой рельефное изображение отраслей промышленности Советского Союза. Внизу расположен серп и молот, наложенный на пшеничные снопы.
По кругу надпись за высокую эффективность и качество работы в 10-й пятилетке. Знак изготовлен из цветного металла с применением золочения, серебрения и рубинового стекла. Старт 1 гривна, 143 ставки и конечная цена 18 705 гривен, $680 или 40 663 рубля. На пароходе музыка играет. Я за нее выписываю чек, поет Кобзон, и сердце замирает. Доволен всем советский человек. Чековая книжка 1973 года, банка для внешней торговли Советского Союза. Эти чеки принимались в уплату товаров и услуг на советских судах, совершающих международные круизы. Старт 1 гривна, 128 ставок и лот продан за 13 025 гривен, $473 или 28 315 рублей. Следующий лот солит Феодосия II. Материал золото, вес 4,31 грамма. Место чеканки Константинополь. Феодосий II – император Восточной Римской империи на протяжении 48 лет. За красивый почерк он получил прозвище «каллиграф». Занимался наукой, открывал школы и университеты. Умер в 450 году от повреждения позвоночника после того, как на охоте сбросил его конь. Солид Феодосия стартовал с 1 гривны, ставок получил 45 и был продан за 13 900 гривен, $505 или 30 217 рублей. Спортсменка, комсомолка, красавица – все это могло с легкостью относиться к владелице этих государственных наград. Комплект орденов женщины-героя социалистического труда. Комплект этот принадлежал работнице легкой промышленности, делегата нескольких съездов КПСС. Старт 3000 гривен. Рекордных для сегодняшнего топа 200 ставок и продан лот за 125 400 гривен, $4560 или 272 608 рублей. И последний на сегодня лот в нашей десятке – иконка Киевской Руси, святой Дмитрий Солунский. Материал – бронза, камень – стеатит, вес – почти 42 грамма. Старт – 30 тысяч гривен, ставок – 77, продан лот за 90 тысяч гривен, $3272 или 195 652 рубля. Дополнительная информация. Иконка найдена в Тернопольской области, в лесу, на глубине всего 15-20 сантиметров. Так что вперед, друзья, точим лопаты и скорее в лес. Отдельно хотелось бы отметить самый нелепый лот недели. Три банкноты по 200 гривен, итого 600. Старт 1 гривна, 33 ставки, лот продан за 585 гривен. И это просто верх коммерческого искусства. На этом все, друзья. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, будет еще много интересного. С вами был кладоискатель-анархотурист. Все будет хорошо!